Они привыкли действовать слаженно и на поле, и в жизни. На избирательный участок игроки сборной России по футболу тоже пришли полным составом. Проголосовать за будущее страны приехала команда и весь тренерский штаб. Очень классно, что сделали это прямо на базе, очень удобно. Сейчас команда находится на сборах в тренировочном центре «Новогорск» в Химках. Сборную страны готовят к двум товарищеским матчам – Сербии и Парагваем. Не должны были собираться в эти даты, даже в понедельник только были собраться, но так как тур отменили, поэтому есть время. Было больше времени с 15-го, с вчерашнего дня уже собрались, ну и, соответственно, раз можно поучаствовать в выборах, все вместе, естественно, использовали эту возможность. Также на участке свои голоса на выборах президента России отдали игроки футбольного клуба «Динамо Владивосток». Мы считаем, что это очень важно – прийти, отдать свой голос. Проголосовать спортсмены могут, не отвлекаясь от тренировок. Игроки футбольного клуба «Химки» сделали свой выбор онлайн с помощью дистанционного электронного голосования. Так как у нас плотный очень сильный график, много игр, много тренировочного процесса, можно проголосовать дистанционно, как и многие в нашей команде. Напомним, выборы президента Российской Федерации продлятся до 17 марта включительно. Всю информацию об адресах избирательных участков и данные о кандидатах можно узнать на портале ЦИК России. Андрей Липанов, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.